What is going on, crack addicts? Welcome back to the channel. Now, in today's video, I'm going to be posting a wide variety of chiropractic adjustments from some of your favorite chiropractors, some of the most loved ones and most well-known on YouTube. So that's what you're going to be seeing in today's video, with some new additions. Also, all of their links will be in the description. That's where you can check them out directly. And if you haven't already, make sure you hit the subscribe button to the channel and make sure you turn on post notifications so you don't miss any content from the channel. Now let's get into it and I'll see you on the next one. Up next, we have Slava Semeshko. Всім привіт, записуємо нове відео. Модель сьогодні Ірина, вона согласилась любезно прийняти участие в съемках. Сейчас расскажет, что ее беспокоит и почему она здесь. Прошу, Ирина. Здравствуйте, у меня болит между лопатками и болит шея после неудачного падения. В общем, вроде бы все. В грудном отделе спазма мышц. Левая лопатка несколько назад выпирает. Правая нормально. Небольшой. Сколиозец, искривление. Сейчас по плечам посмотрим. Угу. Здесь седьмой шейный вот выпирает, если он голову отчетливо достаточно упирает, нужно будет правое плечо несколько выше левого. Это можно увидеть. В принципе, по на камеру видно. Угу. Так, шею сейчас смотрим. Ну, по правой стороне, по шее тоже несколько спазмировано. Все, выпрямляемся. Вот по тазу можно определить, правая точка, она несколько выше левой. Вот. Где-то на пол сантиметра. И поясничный отдел, и грудной. Ну и по шее тоже. Все, ложимся на живот. Вот сегмент. Сейчас будем вправлять нижний и средний грудной отдел. Покажу как один из вариантов, как это можно делать, в том числе лодочкой. Так, ставим руки. Много расслабили. Расслабились. И можно ребро ладони между позвонками, то есть на мышцах. Дальше. Крест-накрест. Сейчас я хочу больше плечом заняться и грудным верхним отделом. Расслабь. Ничего не делать, расслабь. Угу. Хорошо. Так. И отсюда можно еще вот так пальцами вправлять верхний грудной отдел. Раз и два. И грудные позвонки, верхние сочленения с ребрами. Ой! Сейчас. Так вот, здесь ничего, вот это плечо, подправились с этой стороны грудные позвонки и сочленение с ребрами. Здесь все нормально, ну, так как по правой стороне основной спазм. Да, с левой стороны я просто проверяю. Вот. Так, по пояснице. Есть такая манипуляция, но ее не всем можно делать. Расслабим. Вот. Это нижний грудной вправляется, сочленение с ребрами нижних грудных позвонков и L5-S1. Ой. Спокойно, расслабься. Ой. Было больно? Неприятно, очень сильно. Страшно? Больно. Так,
здесь крестец вправляется таким образом. Расслабились. Еще раз. Нет, я держу, то я могу расслабиться. Ай! Хорошо. Что, больно? Ну, крестец, да. Расслабься. То есть надавливаем сюда, опускаем крестец, при этом поднимая ногу, возникает рычаговый эффект. Так, уложили, ручки поставили правильно. Ой! Как ощущение? Очень больно. Ну, наверное, больше страшно, да, чем больно. Да, страшно. Во время манипуляции. Еще раз так, мышцы. Молодец. Ко мне лицом, таз ближе к краю. Здесь на 50% зависит успех выполнения от того, как правильно положить человека. Вот положили, все, ножка ровненько и вытягиваем. Поясничка вправо. Вот. Сейчас таз ближе. Угу. Эту ручку туда, эту сюда. Нижняя нога ровно. Все. Ну, здесь уже было. Только укладываешь уже. Есть. И замочек. Замочек ниже. Вот так. Ага. Расслабь плечи. Так. Вот так. Вот так. Ты стоишь на месте. Угу. Хорошо. Теперь также руки за голову, замок, руки локти вместе. Это сейчас нижний грудной будет. До этого был верхний грудной. Там уже все хорошо. А верхнем справился второй, третий. Да, ты расслаблен. Ой! Поэтому веселая часть. Вот сейчас справился второй, третий шейный позвонок. Такая реакция бывает иногда. Это первый раз, когда человек попадает на процедуру. Вот такие реакции достаточно часто. К ним надо быть готовым. Ну-ну, расслабляйся. Не бойся, отпусти. Угу. Нервишки надо подлечить. Почему он лег? Чуть-чуть повыше ляг. Здесь делается балласт. Хват рук, расслабься, хорошо, челюсть закрыть должна быть, ну вот, хорошо. Как ощущение? Нормально. Хорошо. Вот здесь. А между лопаток? Тоже. Угу, хорошо. Сейчас попробуй шею покрути вправо-влево, подними. Не болит? Нет. Хорошо. Держи подбородочек. Вдох делаешь, как ты задержишь. Вот, другой сделал. Звук какой должен быть, понимаешь? Да. Хорошо. Все, дай-ка ручку. Боком повернись ко мне. Расслабь ручку. О, ручка вспотела. Спокойно, спокойно. Сейчас онемение пройдет. Да. Все, не сердись, не бойся. Ты чего дергаешься? Хорошо все. Рука онемела? Да.
час онемения пройдет, зажатость в локтевом плечевом суставе снимаем таким образом. Ну и кисть тоже. Все, всем спасибо. Как ощущения? Спасибо большое.